так, видео на тему шумоизоляции арок. В данный момент хорошая как раз погода для того, чтобы продемонстрировать, что это такое. Едем в машине абсолютная получается тишина, никакого шума в арках не издается и всего такого нету. К примеру, открываю окно, слушаю соседний автомобиль. Слышите, какой шум? Закрываю окно, а шума нету в салоне. То есть, а на самом деле вот у других машин такая штуковина есть, и у них шумно в салоне. То есть вот еще раз. При этом дождь идет, ну, нормальный, и асфальт мокрый. Вот еще раз подъезжаю к другой машине. Вот такая вот штука. Тема работает, и тема хорошо себя проявляет в мокрую погоду, на трассе, в городе, везде. По проезду, по пересеченной местности. То есть эффект от этого есть, и делать это рекомендую. Это как бы не перевод денег, это реально работает штука.